Одно из первых праздничных мероприятий прошло уже в Малаховке. Бесстрашные байкеры клуба «Свобода двух колес» собрались в праздничное шествие и почтили память героев, поздравили ветеранов. Дух свободы ощутила и наш корреспондент Мария Кузьмичева. У сквера Победы в Малаховке собрались более 50 байкеров. Большинство из них – участники спортивно-технического клуба «Свобода двух колес». Свобода и дух патриотизма объединяет их каждое 9 мая на протяжении вот уже 12 лет. Девятое мая – это праздник, который нельзя забывать ни под каким предлогом, потому что наши предки, они воевали, и мы это чтим, и помним, и будем чтить, и помнить. С праздником, с Днем Победы, поздравляю всех, и также ветеранов, и всех участников нашего пробега. Это святой праздник, в котором мы вспоминаем своих прадедов, дедов, которые воевали, которые дали нам право на жизнь, чтобы мы чувствовали мирное небо над головой. Мы стараемся этот праздник отмечать. Вот сын тоже проникся. Отмечаем. 9 мая для меня, как и для всех жителей нашей страны, огромный праздник. Потому что благодаря нашим предкам, нашим бабушкам, прадедам, мы должны радоваться мирному небу, спокойной жизни. И я горжусь тем, что я родилась в России, в той стране, которая показала всем величие и победу. Такой праздник, когда ты вспоминаешь День Победы, тот день, когда ты когда ваша страна победила, и понимаешь то, что вот если бы мы не победили, меня бы вообще не было. То есть это уже как будто бы святой день. Большинство участников пришли сюда с флагами и фото предка, который воевал в Великой Отечественной войне. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Сергей. Кто у вас изображен? Это мой дедушка. В 1938 году он ушел в армию и также из армии ушел воевать на фронт. На фронте попал в плен. Из плена ему удалось бежать. Ну и вернулся с войны, ну правда инвалидом, но и дожил до сегодняшних наших дней. 9 мая – это очень великий праздник для всей нашей семьи. Мой дедушка воевал на фронте. Он ушел на фронт в 14 лет. Климанов Николай Григорьевич. Вот. И на моем мотоцикле как бы я везу его портрет в нашей колонне. Так что мы все чтим память наших родственников, вот, ветеранов Великой Отечественной войны. Ну, всех поздравляю с праздником, с этим великим днем, с Днем Победы. Хочется, чтобы эти наши фестивали, эти наши парады, они продолжались вечно, потому что память наша, она вечная. И я поздравляю всех, кто участвует в наших мотопарадах, кто привозит детей с собой, кто привозит семьи, кто поддерживает наши традиции и не забывает подвиги наших дедов. Хочу поздравить всех ветеранов с этим знаменательным праздником. Хочу поблагодарить их за то светлое небо над головой, которое они для нас добились своим напорством в этой победе. У нас это традиция, и мы чтим своих предков этим мотопробегом. Для нас 9 мая, я считаю, что это самый очень, как сказать, благородный день, его даже не передать словами. Потому что если бы не было мирного неба над головой, соответственно, ничего бы не было. От сквера Победы в Малаховке красивой колонной байкеры двинутся к памятнику «Вечный огонь» в Люберцах, чтобы возложить цветы.